За те 30 лет, которые Валерий Холодков занимает должность акушера-гинеколога в Курганской больнице №2, сменилось целое поколение рожениц. Он причастен к рождению на свет десятков тысяч зауральцев. Конечно, трудно посчитать-то все это. Но с того момента, когда я занял эту должность, 86-го года, ну, считайте так, 3200 родов в год проходит практически, вот, со всеми сталкиваясь в той или иной степени. Так что достаточно большое количество. И родов прошло. Уже рожают те, которых я рожал, в свое время начинал помогать, оказывать помощь в родоспоможении. Так что... Это сегодня за его спиной огромный опыт, годы практики и звание кандидат наук. А начиналось все в 1973 году в Крыму. Несмотря на то, что в его семье все связаны с морем, Валерий Холодков выбрал медицину. Окончил Крымский государственный мединститут, затем его ждали клиническая ординатура в Челябинске и переезд в Курган. Устроился во вторую горбольницу, да так тут и остался. А самое главное, что это люди. Люди, с которыми работал, люди, которые работали в коллективе, поддержка их, она очень способствует тому, чтобы работать, продолжать работать в этой специальности. И не последнюю роль, конечно, повлияло то, что мне нравилась эта работа, а когда нравится работа, ты идешь с удовольствием на работу, и время летит быстро, к сожалению. Ну и заканчивается более-менее достойно. Коллеги Валерия Холодкова отзываются о нем исключительно со знаком «плюс». Всегда поможет, подскажет, выручит. Очень большой профессионал, естественно, знает свое дело, помогает нам в работе во всех сложных ситуациях. Если какие-то сложные ситуации, бывает, что и бригада, и ночью вызывает, и в любое время никогда не отказывается, всегда приезжает, всегда нам помогает. Свою профессию он называет интересной и невероятно ответственной. Акушерство – это когда доктор отвечает за две жизни. Ни одной другой специальности такой нет. Есть кардиология, кардиохирургия, очень серьезные специальности, очень ответственные, реанимация ответственная. Но чтобы отвечать за две жизни, отвечаем только мы, акушеры, гинекологи. Валерия Печорских, Андрей Глазырин, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».